эфиры. Сегодня решила выйти поздненько, но ничего. Кто успел, тот молодец. Кто не успел, тот не успел. Так бывает. Как дела? Прекрасно, просто потрясающе, если честно. Сижу, занимаюсь музыкой. Вот пока стоит у нас трек на выводе. Закончили мастер трека для Шарлотты Утуту. Называется он Killing Me Softly. Вот, выводится уже окончательный вариант. Вот, решила выйти с вами поболтать. Привет, привет, привет. I like your latest video. Thank you so much. Когда в Черкассы? Пока не знаю. Поедешь в Америку? Поеду. Ну, пока в связи с карантином непонятно, когда еще. Аня, отпусти волосы. Возможно, я об этом подумаю. Но, скорее всего, нет, потому что длинные волосы — это значит куча проблем и очень тяжело. I don't speak Ukrainian, but anyway, I will watch this. Oh, thank you so much. I will try from time to time to speak in English, so don't worry about it. Как раз слушаю For You. Класс! Офигенно! Приезжай ты в Прагу с удовольствием. Не знаю пока Винницу. Ребят, не спрашивайте за концерты, потому что еще ничего не понятно. Вот, как будет с концертами. Я знаю, что там многие, которые были весенние, перенеслись на осень. А пока что вот те, которые там точные концерты, вот, ну, я постила у себя в сторис и говорила, что я приезжаю. Вот так вот. Пока что на очереди стоит Турция. Анталия. Если все будет хорошо, то я в июле буду в Турции, в Анталии. Там, по-моему, 4 или 5 концертов будет. Так, приезжай ты в Кропивницкий. Это, если было бы, короче, было бы время, возможности и там концертные площадки, там и обстоятельства соответствовали, везде приехала. Если можно было себя раскопировать, то можно было бы везде приехать с удовольствием. Love you so much and yourself in instantly good. Окей, and следующее слово не могу понять, что там. Thank you so much. Как попасть на стульчик на Drive Me Crazy? Ну, во-первых, нужно, наверное, стоять у сцены, и когда я буду искать, кто к нам пойдет на стульчик на Drive Me Crazy, нужно быть очень активным, ярким, чтобы вас в первую очередь заметили и пригласили к себе на стульчик. А, ну и вам, конечно, нужно быть девочкой. Все-таки на стульчики на Drive Me Crazy могут попасть только девочки. Вот так вот. В каком отеле в Турции? Глория, по-моему, там отель. И Саш, какие... Саша ушел. Я, наверное, как только подтвердится вся информация, я напишу, в каких отелях в Турции планируется мое выступление. Знаю точно, что будет в Глории в июле. Вот так вот. И Ибица будет в июле 31-го, по-моему. Будет опять Одесса, Ибица, поэтому... Приезжайте. Hello, Moziman. Hello, my friend. I'm glad to see you. Я тебя люблю. Thank you so much. I love you too, Moziman. Так. Друг подсадил на твои песни. Класс. Спасибо другу. Очень приятно. Так. Спасибо за комплименты. Спасибо. Так, Gradient from Argentina. Hello, Argentina. I'm glad to see you in my live stream. So, this summer my concerts will be in Odessa. It is Ukraine, Odessa city, and you can hear me in Turkey, Antalya. There will be 5 concerts in July. So, later I will show you the schedule of my tour on Turkey, so you can come to see my performance. About another cities and countries, I still don't have information because coronavirus screw up all my plans, so I can tell you exactly when I will be in Spain, when will be my concert at France and France and etc. So I hope I will see you soon. Ты такая красивая. Спасибо, это маска в Инстаграм. Мне помогает быть красивой. Если мне нет 18,
Меня не возьмут на стульчик на драйв-микрейзе? Ну, скорее всего, что не возьмут. Подождите, давайте будем брать только совершеннолетних. Давайте не будем нарушать законы. Много новых девочек в балете. Конечно, у меня балет расширился, обновился, поэтому много девочек в балете. Do you have a plane to go with concerts to Uzbekistan? No, I have no plan to be with concert in at Uzbekistan, but life is a really interesting thing, so it's all possible. Клип получился очень горячий. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Poland is waiting for you. You're amazing. Thank you so much, Poland. I hope I see you in autumn. So I know that in autumn will be three concerts in Wroclaw. It 100% that it will be my concert in Wroclaw. And another two cities, I don't remember in which cities it will be. Do you still want to go to the Eurovision? No, I don't want. But if I will have a chance to go there just to show my performance, not like and not to take part in this competition. So I'd like to go there just to perform some and. Oh my god, sorry, it's late and my thoughts are really hazy and it's really hard to speak English now, but okay, I don't want to go to Eurovision and I don't want to take part like a participant, but I think that if I will have chance just to go there and perform, I will go. Вот так вот. В общем, спросили про Евровидение, говорят, хочу ли туда поехать, не хочу, только в качестве приглашенного артиста. Maybe someday they will call me like last year Madonna was at Eurovision, so in that case I will say yeah, of course, I'll come to your show. Так, Аня, приезжай в Минск. В Минске будет осенью концерт большой, классный, в Фальконе. Мы уже начали готовиться частично к нему. Диана не ушла. Диана просто, она живет в Москве, она россиянка, поэтому сейчас в связи с коронавирусом она у себя дома находится. Я в своей стране нахожусь, и поэтому на данный момент пока Дианка с нами мысленно. Вот так вот. Можно концерт в Фастове, пожалуйста. Прага, концерт again. Yes, I will be in Prague. Don't worry. Ибица, Одесса. 31-го приходите, будет. Изольда не со мной, Изольда отдыхает. В Бэнк-шоу будут участвовать звезды и известные люди. Посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Так. Спасибо за комплименты. Что с Катей, которая была в балете? Катя сейчас работает, ушла в сольное плавание. You would surprise Madonna in that stage. You're amazing. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Так, спасибо большое всем за эти, за комплименты. Мне тоже приятно. Люблю комплименты. Все любят, наверное, комплименты и приятные слова. Так, онлайн-концерт. Кстати, онлайн-концерт, скорее всего, будет. Мы с ним уже над ним пару месяцев работаем. Прям интересная работа. Думаем, там, конечно, такой необычный с графикой, со звуком заморачиваемся. Еще будет лайвстрим с живыми музыкантами в акустике, с балетом. Вот, наверное, через недельку-полторы. Поэтому следите за новостями, обязательно подключайтесь ко мне, там, где я буду это делать, в Инстике, в Ютубе там, или еще где. И можете таким образом, если... В общем, захотите посмотреть мой концертик, посмотреть его вот такой вот именно мини-версию инстаграмную, вот так вот. Треки от Шлакоблочной тоже будет, уже над ними начали работать новыми треками. Даже будут концерты у Шлакоблочной, будет осенью.
Правда ли, что я упала в бассейн на концерте в Одессе? Я не упала в бассейн, я специально сделала так, потому что у меня так порыв эмоций, у меня такой был эмоциональный, что мне захотелось в конце программы нырнуть в басик. Мне показалось это очень классно, эпично и офигенно. Ты можешь сделать Чикаго концерт в клубе в Мусхолле? Так, ну это, короче, уже, короче, не ко мне вопросы, это ж вопросы к организаторам тура американского, поэтому я не могу вам что-то обещать. Are you bored still performing Drunk Groove? Sometimes yes, but now I have no concerts 2 months and I really miss the song and I really miss my performance, so now when I have some performance in Ukraine with Drunk Groove, I really enjoy it. So I think that I need to sometimes I need a break from my music and then I love it again. На українській мові буде пісня, буде чи не буде? Я думаю, що буде на українській мові пісня. Будуть ли концерти Шлакоблочини в Мінську? Поки не плануємо. Так. А? Предлагаю запланировать. Предлагает запланировать мой директор Александр с удовольствием концерт. Директор Александр. Директор Александр. Александр директор. Александр директор, да. А директор тут Александр. А вот он. А вон он там. Вот, вот. А вот он я здесь. А вот он. А здесь вот я. Всем привет, господа. Люблю, целую, обнимаю. Так, когда будет новый трек? Рэп зачитаю. Ого, вот серьезно. Когда прилетишь в Хабаровск? Боже, к вам так долго лететь, у вас было, конечно, прикольно, но очень долго. Рэп зачитаю. Когда будет новый трек? Скоро будет новый трек. Рэпчик читаю. Да, он, Ромчик нам помогает. Рома, мы звукорежиссер студийный, мы сводим треки. Кстати, песню To Be Money написала вместе с Ромчиком. Don't Stop и Don't You Waste My Time тоже вместе с Ромчиком написала. Где Миша? Миша, наверное, дома. Просто мы у Ромы с Мишей, мы, в общем... Мы у Ромчика, я и Миша, сводим треки. Вот мы втроем работаем над всей музыкой. Вот то, что вы слышите потом на радиостанциях, и то, что я выкладываю, это наша работа, моя, Мишани и Ромчика. Да, Ромчик? Да. Вот. Да, слышишь? Да. У нас вот такая веселая, это как-то компашка. Как ты увеличиваешь нижнюю губу? Не знаю, мне просто так от рождения мама увеличила изначально с папой, и она такая и была. Краслав каков, надо есть заварные пирожные. Так что там еще? В каких городах планируешь концерт Шлакоблочины? Да пока не знаю. Пока в Киеве центровых. Планирую. Центровых, наверное. Центровых, ребят. Про Шарлотту Туту рассказать. Это очень нежный, красивый материал. Вот я кусочек песни кинула в сторис, послушайте. Она мне... это самая моя любимая. Кстати, эту песню написала я еще года, лет 5 назад, наверное, она была написана, года. Вот. И застала из-за закромов, решила, что настало ее время. Успех о делах, процветаниях. Спасибо. Ты занимаешься музыкой всю свою жизнь? На самом деле нет. Я начала как бы музыкой уже так плотно заниматься где-то на первом, на втором курсе института. А изучать программы для написания музыки и, в принципе, уже как-то осваивать теорию и написание музыки начала уже где-то 3 года назад. Как раз мы с Мишей познакомились, и он меня учил пользоваться лоджиком и всем на свете, и писаться самой, в общем, и как это происходит, рассказывал. Так что вот так вот. Так, спой I want you. Ooh, I want you, ooh, ah, ooh, I want you, ooh, ah. I'm a little darling, do you wanna ride in my fancy car? Take a shot of whiskey, do you find it risky to fuck a star? 'Cause I know and I know and I know and I know just how it will go on. And I know and I know and I know and I know we'll stay from dusk till dawn. Вот так вот. When you come to Amsterdam, I don't know. I hope I will come next year. Will you come to Azerbaijan? I think we have a plan to go to Azerbaijan because there will be a festival. It calls Jara. So I think you could see me there at this festival. Так, уже спела. Вот.
Можешь шляпу положить. Да что там еще? Под вашей песней танцует моя мама. Ой, боже, как приятно. Класс. Ромчик, скажи, что тебе идут ресницы. Мне? Нарасти себе. Спасибо большое. Так, почему не выпускаете в клипы в 4К? А, да вроде там все нормально с клипами. Не понимаю суть вопроса. What can you say about Charlotte Tutu? This is the one of my project, the one of my alter egos, and it's there will be that's why I have three person at stage. Maruf, Шлакоблочина, and Charlotte Tutu. Maruf is really hot, hard woman, dominatrix, and etc. And Charlotte is really tender girl, and she's very lovely, sweet. And Шлакоблочина, it's a little bit rude, little bit crazy, and sometimes she is really mad. So, and this is three girls that live in me. Yeah. This is the three type of girls that live in me. Yeah. Okay. Так, Минск, привет. Привет, Минск. Что там дали? Пишут. Все пролистай, короче, в конец. Спойте, пожалуйста, новую силу киски. Да там не петь, там нужно орать. Новая сила киски! Новая сила киски! Сука, ты в зоне риска! Сука, ты в зоне риска! Обожаю эту песню. Так. Как вы относитесь к творчеству Ольги Бузовой? Почему-то очень много хейта в ее сторону. Правда, не понимаю. Я ровно отношусь к творчеству Ольги Бузовой, но я ее очень уважаю как человека, потому что она многого достигла, она очень много работает над собой, развивается, поэтому, конечно, это достойно уважения. Почему бы и нет? Плюс, если она в этом счастлива, то на здоровье. Тем более, что у нее есть слушатели, аудитория, значит, это любят, и это, этому есть место быть. Вот так вот. Что я люблю больше всего из сладкого? Ну, трудно сказать. Я не очень люблю сладкое, но я люблю там всякие фрукты, смузики. Вот так вот. Какие песни посоветуешь добавить в свой плейлист? Посоветую вам добавить песни «Жу и Тинаше», «Only» называется. Мне очень понравилось. Вчера мне Миша ее показал. Теперь хожу, слушаю. И, конечно же, Maruf и Бусина и Want You добавьте в свой плейлист, не забудьте. Стрелки слетели, да? Да. Hi from Turkey. Hello, Turkey. Так. What is your favorite hairstyle? I adore my blue hair, so I think that one day I will come back to blue color. I think it match me really, 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 really good. Так, дети лагеря дэнсят под мою песню, класс. Почему все же frame up? Потому что это очень красиво и офигительно. Поэтому фреймап. Я увидела, влюбилась в этот стиль танца, и теперь не могу его отпустить. Вот так вот. Выпустите кавер на Hymn for Weekend. Ну, пока нету на это времени. Так, все, еще пару вопросов. 5 минут и до свидос. Надо дальше работать. Слушаю Ники Минаж. Как вам ее образ? Заметил, что вы часто ее лайкаете. Да, мне очень нравится Ники Минаж. Chicago Hello. Очень нравится Ники Минаж. Я часто ее слушаю, часто ее цитирую. Вот. Баба молодец. Еще люблю Карди Би. Вот. Офсет мне очень нравится. Что там из рэперов? Ой, очень нравился Лил Вейн. Обожаю. Из старичков таких, да? Канни Вест. Мечтаю записать с ним что-то. Надеюсь, у меня получится с ним что-то записать.
Кто твоя любимица в шоу-балете? Сашка. Нет, не скажу. Кто моя любимица? Всех люблю девочек в своем шоу-балете. Они все красотки. Так. Как тебе песня Севдализы? Очень нравится, я уже говорила не один раз. Який найулюбленіший співак? Багато. Бруно Марс мені подобається, Джастін Тімберлейк дуже багато. Один в каної, слушайте, як їх творчість. Слушаю, мені дуже подобається пісня «Один каної», ця «Та-та-та-та-та-та, не піду, залишусь з тобою». Та-та-та-та-та-та-та-та-та, трохи постою. Не можу, на жаль, згадати слів, бо дуже давно її слухала. Але ця пісня мені дуже подобається. Ти лесбі? Яка ж я лесбі, якщо у мене муж є? Фу, невнімательний. Вон він сидить. Та-там, та-там. Він же мій директор. Директор. Может, я в душе лесби? Вот так вот, чтобы вы не разочаровывались сильно. Я в душе, а я тогда душе тайная лесбиянка. Вот так вот. А я лесбушка тоже. И Сашка тайная лесбиянка в душе. Мы, у нас сфера. Общество тайных лесбиянок. Вот так вот. Так, Хэппи привет передает. Боже, Хэппи, вам тоже привет. Как вы считаете, в наше время сложно стать популярным? Нет, сложно. Вы можете сесть, посрать на камеру на площади и выложить это в интернет, и вы будете моментально просто популярны. Вообще. Вот просто моментально. Можно сделать любую херню и будете моментально популярны. Потому что сейчас такой, любят такой контент. Это весело, это очень смешно. Так, «Один в каное» Човен. Знаете эту песню, но не могу сказать, что это моя любимая песня группы «Один в каное». Она тоже, але дуже красивая песня. Так. А-а-а-а. Фанфики Ани Лены завтра в инсте. Что такое фанфики, ребята, объясните мне. Харьков, я вас тоже люблю. Так, Узбекистан тут пишет. Мы же были в Узбекистане, правильно? Да, да. Да. Нам в Ташкенте понравилось. Классно было. Когда новая песня? Да вы еще старую не успели именно послушать. Что-то плохо слушаете вообще, ребята, хотела вам сказать. И что-то еще не номер один в топ в Apple в Apple. Не номер один в топах. Поэтому быстренько всем друзьям, знакомым загрузили, себе загрузили, на повтор поставили. Как ставишься к ЛГБТ? Дуже гарно ставлюсь. Це, я считаю, что человечек должен сам иметь свою голову, на своих плечах голову и знать, что ему лучше. Поэтому нельзя никому указывать, кому каким быть, кому какую ориентацию выбирать и так далее. Это все сугубо личное дело, и это нужно уметь принимать и уважать выбор другого человека. Не только касательно там, ориентации, там, смены пола или самовыражения. Это касается всего. Поэтому я очень хорошо к этому отношусь. Какие планы в дальнейшем? Грандиозные наполеоновские. Когда будет... Так. Тут это, наверное, испанский. Стас Мубьена. Не знаю, что это такое. Вот как ответить на вопрос? Расскажи о своей внешности. Вот что можно рассказать о своей внешности? Пиздата. Пиздата в мене внешність. Повезло мені. Коротко і ясно. Фіт з іноземними артистами. Буде фіт з іноземними артистами. Так от. Анечка, летом поедете куда-нибудь отдохнуть? Вот только что висели в Одессе всем коллективом, всей командой поехали. Все, короче, там в шоке вся Одесса была. Раздавали такого, что вообще именно. Просто... Все офигели. Еще поедем в конце этого, как его, в конце июля. Знаете, этот год, короче, именно такой, именно ленивый, вялик, я его называю. Если в прошлом году мы работали просто очень много, то в этом году мы чуть-чуть работаем и слишком много отдыхаем, что тоже, кстати, прекрасно, я считаю. Так, о чем мечтаете?
Я мечтаю о мире во всем мире. Но об этом тоже, конечно. Ну, о чем я мечтаю? Я мечтаю слетать на другую планету, познакомиться с другой цивилизацией. Я мечтаю открыть научно-исследовательский центр и сеть мусороперерабатывающих заводов и сделать их таким образом построить и такой ноу-хау там вести, чтобы мы, в общем, не ущемляли себя в комфорте в нашем, да, использовании там одноразовой посуды и всякого дерьма вот этого, да, но в то же время, чтобы это было экологично для планеты, чтобы перерабатывать это все, расщеплять, короче, обратно на органику и чтобы, короче, вреда это никакого не несло. Вот так вот. Вот такие у меня мечты. Так что музыкой я недолго буду заниматься, поэтому, знаете, вам недолго времени осталось кайфовать, потому что потом свалю опять наукой заниматься, потому что там вообще границ нету, и все, не знаю, это просто отдельный вид творчества, офигенный. Любимая книга? Джон Роллинг. Нет. Я, блин, хотел сказать, «Новая сила киски». Вот это любимая книга. Есть такая книга, кстати. Вот она послужила вдохновением для написания. Ты кинетик тойс установил? Ой, Рома. Ой, Рома, сейчас мы сюда не уйдем до утра, я слышу просто уже. Так вот. Ладно, все, ребята. Короче, полетела я работать. Всем спасибо. Крыша хлопает, ладоши. Всем спасибо, план хороший. До новых встреч. Эфир сохраню. Всем покидос. Короче, до свидос, обнимос. До новых встреч. Муа!